1923, один из лучших сериальных вестернов последних лет, получил свое продолжение на второй сезон. На это вовсю намекала концовка последнего эпизода, а высокие рейтинги лишь окончательно убедили руководство Paramount Plus, что новый сезон ожидают миллионы телезрителей. Во втором сезоне мы снова вернемся к Джейкобу и Кари Даттон, которые во времена сухого закона и Великой депрессии всеми силами пытаются спасти свое наследие от разорения, а уцелевших членов семьи от смерти. Им предстоит бороться за выживание против золотодобытчика Дональда Витфилда и его марионетки Баннера Крейтона. Кроме этого, продолжится невероятная история любви Спенсера Даттона, роль исполняет Брэндон Склинар, и его жены Александры в исполнении Джулии Шлеффер, урожденной графини Сассекс. И, конечно же, не останутся без внимания судьбы молодоженов Джека Даттона и Элизабет Стаффорд, а также молодой индийской девушки, бегущей от преследований детективов Пинкертона и фанатиков католической церкви.